Так, ну что, это практически центр китайской тут культуры. Как наша Красная площадь, но при этом тут свадьбы, красненькая какая-то там, беленькая вон, платье я имею в виду. Там еще есть разные невесты, вон там еще крутится. В общем, сплошное место свадеб. Если приглядеться, вон там на лестнице тоже девушки, щенки, все. И это, конечно, вот это вот.